Запуск. Зажигание. Предварительно. Привет, предварительно. Промежуточно. Главное, подъем. Совершенно незаметно, Юрий Романенко, по репортажу, что что-то изменилось, как будто он в машину просто сел и поехал. Удивительно спокойно воспринял он там старт. 110 секунд. Ну что, теперь ракета вышла из зоны действия служб космодрома, и ее принял Центр управления полетом. Так что... И тут имеет место как раз мгновенный переход. 20 секунд. Там газ в рыскании и вращении в норме. Мгновенный переход. 20 секунд. Там газ в рыскании и вращении в норме. Глубочайшее волнение было в момент отрыва и ухода. Но все равно к этому постоянно, так сказать, хоть и привыкаешь, а привыкнуть, наверное, нельзя. Ну, ведь практически надо...